Как Соня поймала эхо. Однажды собачка Соня решила поймать эхо. Эхо – это такой зверь, или птица, или еще кто-нибудь, с которым можно разговаривать, когда целый день сидишь одна в квартире. Ему скажешь «гав-гав», и оно тебе «гав-гав». Это маленькое эхо, а большое – то, которое в лесу живет. «Гав-гав-гав-гав», – отвечает. Но Соня не мечтала о большом. Во-первых, квартира у них была маленькая, и хозяин мог не разрешить Соне держать большое эхо. А во-вторых, оно могло оказаться больше маленькой Сони, и тогда уж не Соня поймала бы эхо, а эхо утащило бы Соню в лес. Поэтому Соня на большое эхо не рассчитывала, а рассчитывала на маленькое, то, которое жило во дворе. Только где во дворе жило это эхо, Соня не знала. Иногда оно отзывалось из-под арки, иногда откуда-нибудь из-под соседнего дома, но стоило Соне броситься к нему, как оно оказывалось уже на другом конце двора. Соня обратно, а оно на прежнем месте сидит. Очень это эхо – хитрый и осторожный зверь, или птица, или еще кто-нибудь, высунув язык, думала Соня. Но однажды, выйдя во двор, Соня увидела на тротуаре какой-то черный люк. «Как же я сразу не догадалась!» – обрадовалась она и побежала домой за специально приготовленным для эхо мешком. «Эй!» – крикнула Соня, заглядывая в люк. «Эй!» – отозвалось из темноты эхо. «Что ты там делаешь?» – спросила Соня. «Живу я здесь!» – ответила эхо. «Выходи!» – крикнула Соня. «Это зачем?» – насторожилось эхо. «Поговорить надо!» – схитрила Соня. «Некогда мне!» – грубо ответила эхо. «И так без обеда сижу!» «Ага!» – подумала Соня. «На это я тебя и поймаю!» «А колбаски не хочешь?» – спросила она. «Ну давай!» – немного подумав, согласилась эхо. «Там в мешке лежит!» – крикнула Соня и стала спускать мешок в люк. Почувствовав, что эхо попалось, Соня изо всей силы дернула веревку и, затянув мешок, стала тащить его наверх. Эхо оказалось на редкость тяжелым. Наконец мешок показался из темноты, а за ним Соня увидела две огромные лапы в брезентовых рукавицах. Она в ужасе бросила веревку и пустилась на утек. Оглянувшись у подъезда, она увидела, что на краю люка сидело большое черное эхо с мешком на голове и махало ей вслед кулаком. Но что это было? Зверь? Или птица? Или еще кто-нибудь? Соня так и не поняла.